Виталик, Серега. Доброго дня, Сергей. О, это я понял. И тебе не хворать тоже, значит. Ну, такая история. Я знаменитый украинский шансонье. Кореша не помогут ни шиша. Или мусора из Кирова завалили СИО. А, хлопша наша. Выпишите, але не кинул. Слушай, ну как так? Я же 3 раза с хлопша наша выступал на ДМВД. Меня же на радио Шансон каждый месяц по ночам крутят, а? А, выпишите, але я не слухаю радио Шансон. Че, ты вообще в маршрутках не ездишь даже? Ну не суть, короче говоря, тут такая история, значит. Я же пою, как все нормальные украинские шансонье, песни на русском, вот. А у них там на радио появились эти жмоты. Ну, боты. Или кроты. Может, квоты? О, квот, точно, боты. А у меня сейчас выходит новый альбом, называется «И по желтому снегу догоняла погоня». Альбомчик такой, понимаешь? Вот. И, значит, чтобы его разрешили крутить на радио, нужно записать его на украинском. Смотрю-ка я на переправу через Лену. Может быть, заедем в Якутск.
ё-моё, подожди, ремень. На, успокоилась. Смотрели в едином фильме.
нашел ее или нет. Как бы сказать. Маршрут перестроен. Через 500 метров крутой поворот налево. Да? Ты так думаешь? Строительство идет по ровной переправе. По-моему, всю ночь шел дождь этот. Режим записи. Ждем очереди. Что здесь, что на Алдане переправа немного отличается. Тут одна очередь вроде бы выстроилась, несколько причалов. На переправе Алдана один причал.
администратор. Поэтому извините. Такой шум. Подняли этот совсем, там кусочек видно, что-то такого. Около часа занимает путь к причалу Якутска. Сейчас идем по течению реки, возвращаться будем чуть подольше, как сказал вот работник. Это, если туда минут 50, то назад час 15 может занимать времени. Там видно, вон только что причалил паром с берега Якутска. Он жесткое, чем раменистическое право. Ну, пришел почти полностью загруженный. Украинского движения, они как раз возникают на месте встречи вот этой новой исламской культуры и старой персидской культуры. То есть они все выходцы из еврейских общин, которые находятся в пришвартовался. Церковь, как и недавно, в Голованах, пока там не судьбы.
вернуть видеорегистратор до ТКМ. Потом сейчас попытка номер 2. Или неопытность капитана. Или еще что, я не знаю. Сейчас удачный процесс США поддерживает тесный контакт с президентом.
блин. Резина летняя. Деньги чуть не улетели, блин. Тоже мне... Верните налево. Thank you.
капельницу вожу. Река Лена. Мы находимся на берегу Нижнего Песняка. Накрапывает мелкий дождь, поэтому плохо, что видно. По возможности буду снимать. Thank you.
могли репетировать, чтобы можно было спокойно рояль поставить и чтобы главное не мешать на сцене репетировать. А он вполне поддерживает, там продумал удачнее, чем он думал, что, конечно, комфортабельно. Это была традиция в Советском Союзе, он уже вот в результате его была и по этим подсветам, когда рабочие работники сидели в таких городских квартирных домах, они, собственно, отдыхали даже вместе, удачно спать свои кровь. И вообще, как у них был впечатляющий возраст, первый, которого, кстати, отказал профессиональный большой театр, Мусатова, и Аксанин Цыганов, и Вячеслав, это съезд. Козловский там жил, в общем, весь свет молодого вот этого большого театра, где легендарные, значит, голоса, и они все раздавали. Но только Балабанов и Дерешов, вот, значит, там и там и все. Дождик накрапывает, и на Дотаками будет не очень. Проходила там, естественно, изучала биографию всех тех знаменитых жильцов этого дома, я подумала, почему бы, ну, для меня, по крайней мере, я сейчас, наверное, кому-то покажусь очень архаично, мне захотелось там увидеть Олега Зубцова. Олега Зубцова, да. Ну, просто так складывать в наши дни, да, что фигуры, отдаленные по времени от нас, они уже, конечно, были лицом их величия, славы. Ну, вот, опуская Иван Кимович Козловский, Милостик, концерты вот помимо кончался в 93-м году. А Голованов, это все-таки фигура скорее первой половины века 20 века, как музей. Это, собственно, сам ну, вроде бы, да не очень удачно, блин, там яма будет после мостика. Культурное путешествие. Продолжение следует...
который можно посетить в доме номер 7, в доме актеров Большого театра. И что там можно увидеть? Я знаю, что там как раз представлена уникальная коллекция. Театра, куда еще.